Всем привет, у микрофона Рома Лери. Недавно я наткнулся на новость про то, что сегодня произойдет важный анонс по игровой серии Uncharted. После того, как третья часть была отрекламирована, про эту игровую серию не знает разве что тот, кто, как и Натан Дрейк, ищет приключения на свою голову в необитаемых местах нашей планеты. Совсем недавно, в ноябре 2011 года, вышла третья часть, которую сейчас постепенно поддерживают разработчики, выпуская новые DLC к мультиплееру, на которые именно в третьей части сделали немалую ставку. А вся соль в том, что буквально вчера был обнаружен сайт uutforsket.now, содержание которого содержит немало намеков на то, что именно по Uncharted нас ждет что-то очень интересное. Само название сайта, как я уже сказал, uutforsket, мне так легче произносить, переводится как неисследованный на русский, что почти идентично одному из значений слова Uncharted. Шрифт даты на сайте тот же, что и в случае с названием Uncharted. Плюс есть логотип PlayStation, и на фоне играет приключенческая музыка, которая очень похожа на ту музыку, которая играет в играх Uncharted, в каждой из них. На карте изображена, скорее всего, Гренландия, что можно связать и с кое-чем другим, что произошло совсем недавно. На страничке Facebook норвежского подразделения PlayStation была выложена картинка, где изображен путешественник Фридтьоф Нансен. Он довольно известная личность Норвегии, он исследовал Гренландию, совсем особое там у него было путешествие и исследование, когда они отправлялись совсем по новой какой-то там территории, и он свой подход применял в том случае. Также он участвовал в экспедициях за полярный круг. Все ли это не говорит ли нам о том, что это анонс новой части Uncharted, Uncharted 4? Возможно, многие хотели бы такого развития событий, но, тем не менее, все остальные факты говорят о том, что Naughty Dog слишком рано анонсировать продолжение. Хотя, мне кажется, оно наверняка будет, но вряд ли так скоро. Плюс ко всему, разработчики заняты созданием такой игры, как The Last of Us, которая почти наверняка станет главным проектом Naughty Dog на ближайшие годы. Так что анонс новой части Uncharted в такой момент кажется уж больно нереальным. Вероятность такого развития событий крайне мала. Самым реалистичным кажется идея с сюжетным DLC, которая будет анонсирована по-особенному, как в данном случае. Более странным решением было бы создание новой игры или дополнение для PlayStation Vita. Хотя Uncharted Golden Abyss — одна из немногих игр, ради которых некоторые покупали новую портативную консоль от Sony. В любом случае, ждать осталось недолго. На самом сайте написано, что мы все узнаем уже сегодня, 20:59, ну то есть в 9 вечера. А значит, все вопросы будут решены в совсем недолгом времени. На этом все. Спасибо всем вам за внимание. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Хотя тут обсуждать, собственно, нечего. Совсем уже скоро мы узнаем все. До новых встреч. С вами был Ром Лири.